на самом деле действительно такое интересное произведение. С одной стороны, оно вроде такое комедийное, и ты на это настраиваешься, а потом с середины начинаются такие нотки, когда тебя подготавливают к чему-то, ну и финал довольно-таки трагичный, и даже вот пробил на какие-то эмоции, едва ли не до слез. Ну, шикарные актеры, огромное им спасибо, и, ну, это что-то невероятное, они работают в связке, они не выпадают, ну и, конечно же, режиссерское решение тоже шикарное. Ну. Я считаю, что это современная комедия, так у нас автор, конечно, ее написал, ну, не сказать, что давно, но она у нас вне времени, хоть мы используем, допустим, советские деньги, но такая ситуация могла произойти и сегодня, и много лет назад. Ну, комедия получилась хорошая, на мой взгляд.